Владельцам кошек хорошо известна привычка своих питомцев проверять на прочность различные предметы. И этот хвостатый не исключение. Последовательно и методично кот двигает тарелку к краю стола, с интересом наблюдая за процессом. То ли хочет убедиться в силе гравитации, то ли просто привлекает внимание хозяйки. В любом случае ему это удается. Этот усатый тоже любит повредничать. Во время семейной фотосессии демонстративно отворачивается от камеры, но ненадолго. Один из песиков в буквальном смысле слова ставит вредину на место и для надежности кладет на него сверху лапу. Теперь красивый снимок точно получится. Остается только дружно сказать «сыр». А этот пес самый настоящий хатико, только ждет не возвращения хозяина с работы, а когда приготовится печенье в духовке. Хвостатый так пристально смотрит на стекло в ожидании лакомства, что кажется, даже время для него остановилось. И пса можно понять, ведь когда вкусняшки на подходе, каждая секунда на счету. К купальному сезону нужно готовиться заранее, подумала хозяйка этой кошечки и решила связать для нее купальник. Необычный предмет гардероба для четвероногой красавицы девушка смастерила крючком. И нужно отметить, получилось очень здорово. Купальник подошел по размеру, отлично сел по фигуре и выгодно подчеркнул цвет глаз своей обладательницы.